Привет, ты на канале Мистическая Корпорация. Мое имя Тимофей Данишевский. Друзья, по многочисленным просьбам мне удалось вернуться в тот старый страшный дом, о котором был прошлый ролик. Именно поэтому я провел там некоторое время и избавился от той сущности, которая там обитала. Теперь этот дом постепенно станет свободным, и то, что в нем поселилось, исчезнет. Мне так и не удалось узнать, что же за сущность обитает в этом доме. Но все показывает на то, что это, скорее всего, демон. По ЭГФ он отвечал, не называл свое имя, отвечал какие-то странные слова на мои вопросы, хотел меня убить. Хотел, чтобы я убил себя и остался с ним в этом доме. Друзья, так посмотрите же, что действительно было на этот момент, как я туда прибыл. Перед просмотром видео хочу порекомендовать вам страшный канал «Охотник на ведьм». Парень, как и я, посещает жуткие локации и вступает в контакт с паранормальным. Ссылка на его новое видео, а также на канал, будет в описании. Всем приятного просмотра. Так, сейчас мы начнем. Начнем с того, что проведем сеанс ЭГФ. Но перед тем, как провести сеанс ЭГФ, я проведу один небольшой ритуал, сожгу смесь трав и специальную еще примеси, которые усиливают активность, которую усилит всю активность в доме, которая была до этого. Я напоминаю вам, если хотите увидеть, что происходило до этого, ссылка будет в описании на предыдущий ролик. Он набрал прилично просмотров, и я думаю, его трудно не заметить. Так, сейчас мы приступим к тому, что я сожгу эту смесь. Так, я принес блюдце, в котором, собственно, и будет гореть данная смесь. Теперь же, сейчас я возьму здесь святая вода, освященная священником в ночь крещения. Лично набирал ее сам. Сегодня я подготовился, полностью подготовился, и у меня есть определенный план, если все пойдет вдруг из-под контроля выйдет. Я применю один метод, и мы освободим очередной дом. Я надеюсь, что все получится. Еще пару слов перед тем, как начнем. Я выучил одну магическую практику. Перед этим я 15 дней питался правильной пищей, чтобы провести это, потому что без должной подготовки ничего бы не вышло. Сейчас мы приступим. Сила, присутствующая в этом доме, я призываю тебя для того, чтобы пообщаться и выяснить, почему ты хотела забрать меня. Ну а сейчас я подключаю ЭГФ, и мы приступаем к тому, что будем общаться. Так, мы не писали о каких-то вопросах, которые, возможно, придется задать. Это, например, про то, что в том мире и прочие вопросы. Так, я думаю, наша вещь уже подействовала, которую мы сожгли. Объясняю, как работает ЭГФ. Вот в этом динамике находится два динамика. Один идет на переводчик, а второй идет на то, какие волны поступают, и он их разбирает и выкидывает сюда, наружу, что мы слышим. Начинаем. Ты вернулся.
Кто ты? Кто ты? Опять он начинает нас подводить. Беспокойся о другом. Убей себя. Для чего тебе моя смерть? Почему ты хочешь, чтобы я умер? Для чего ты хочешь, чтобы я умер? Будешь со мной. Здесь будет хорошо. А как выглядит твой мир? Наш мир тебе подойдет. В прошлый раз ты был настроен враждебно. Почему я должен тебе верить? Убей себя, все увидишь. Я не стану этого делать. Убей себя. Нет, я не стану этого делать. Я поступлю проще. Я уже подготовился, и сейчас я тебя изгоню. Все равно останешься здесь. Друзья, Черт. Ладно. Я как я и думал, что сегодня у нас с вами будет короткий ролик. Сейчас мы, точнее я, вам останется только наблюдать. Я много читал, много изучал и готовился к тому, чтобы избавляться от в таких местах, от этой злой силы, от этих существ, которые либо застряли в нашем мире, либо были призваны злыми деяниями и ситуациями, которые складывались в негативном ключе здесь, среди нас. В этих конвертах смеси специальных трав. Их нужно разложить в каждом крае дома. После чего... В течение недели, в течение 3 дней. Чёрт. Не нравится? Ему это не нравится. Да, сегодня намного жутче это все выглядит. Я оставлю свет туда включенным. Мне так спокойнее. Так вот, давайте посмотрим для начала, что там такое. Дверки покосились, как будто и так было, я не помню. Банка какая-то была. Где она была? Посмотрю потом после. Проверю на видео. Вот это банк.
прошлый наш эксперимент со звоночками тоже сработал. Так, я вам еще здесь не показал помещение, что здесь действительно никого нет со мной. То есть вот здесь. Это для того, чтобы вы понимали, что я здесь действительно один. Опа, свечи потухли. У меня же прям это дыхание как будто перехватывает. Но сегодня хотя бы нет запаха. Сегодня хотя бы нет запаха вот этих скверных, которые были до этого. Я думаю, мы посмотрим сейчас, что будет после того, как я разложу эти свертки. Разложу эти свертки. И как бы после того, как раскладываешь эти свертки, обычно происходит небольшой маленький всплеск, пик активности. Ненадолго, прям буквально там на несколько секунд. И эта сущность, которая здесь, она резко тушится. То есть прекращается все абсолютно действия, движения, активность. Пойдемте с вами раскладывать сейчас. Так, еще для тех, кто думает, что иногда бывает так, попадают вот такие вот паутины. Это не лески, это паутина. Так, нам нужен первый край дома. Первый край дома, получается, не считая терраски, это вот здесь. Так, поставим свет. Одну секунду, друзья. Так, желательно засунуть это все как можно глубже. Неважно, где это будет, внизу, вверху. Отлично. Один есть. Идем дальше. Теперь этот угол. Так, этот угол у нас получается неполноценен. Значит, нужно будет уложить в этот угол. Так, готово. Идем дальше. Прямо иконы, но это не мешает происходить, не мешает, это сильнее, чем я мог себе представить. Мы это, наверное, запихнем. Вот. Так, и остается четвертая стена. Для этого нужно будет посветиться.
Друзья, сейчас, после этого, я уже сделал сейчас эти процедуры. Надо подождать около 5 минут, и что-то должно произойти обязательно. Я не знаю, может начать собираться эти 5 минут. Чуть не забыл. Нужно немного святой воды. Не важно, где капнуть. Можно прямо здесь. Стоп. Не важно, где капнуть. Можно прямо здесь. Сколько же он сильный. Действительно сильный. Но то, что я сделал, это очень должно помочь. Так, пойдемте туда. Я думаю, сейчас я посижу еще здесь. Послушаю. И думаю, уже должно это все прекращаться, потому что этот ритуал и вообще вещь очень... Да нет, это мне уже мерещится. Посижу еще здесь, послушаю и думаю, уже должно это все прекращаться, потому что... Этот ритуал и вообще вещь очень... Да нет, это мне уже мерещится. Вещь очень сильная. Сработать должна в любом случае. То, что здесь находится, будет постепенно угасать и исчезнет потом совсем. Чтобы это не было, как... Надеюсь, все получится так, как я рассчитываю, на что я рассчитываю. Ну что, друзья, могу сказать. Я побыл здесь еще около часа.
дабы проверить, сработал ли ритуал, который я провел, и получилось ли избавиться хотя бы на время, чтобы эта сущность медленно умирала. Я думаю, мой эксперимент, повесить на него ярлык, или лучше сказать, что он удался, потому что после того, как вот сущность выдала вот этот вот пик свой, больше ничего не было. Я еще пытался списаться по ЭГФ, никаких ответов не последовало. Так что я думаю, мы освободили этот дом от этого зла, которое здесь находилось. И в дальнейшем ничего подобного тут уже происходить не будет. Ну а сейчас я отправляюсь домой и буду заниматься именно этим видосом. Все, всего доброго, до свидания, до следующего видео. Так, ну все, я возвращаюсь домой. Вот в таких я сейчас условиях, чтобы вы понимали. Идет такой небольшой снежок. И я возвращаюсь вот по таким сугробам домой. Мне до машины идти приблизительно, наверное, не знаю, где-то с километр. На лыжах тут ездил.